Здравствуйте! Вы на канале Ярослава Фролова. И сегодня мы доим козу. Не знаю, как и... Это ж просто я решил зарисовки из нашей жизни отснять. Вот представьте, каждый раз, как только я иду доить козу, зайка, обезоруженная наша козочка, обязательно присасывается. Не до, не по... Ну, до-то может быть. Но после, вот я сейчас если отойду, она отойдет отсюда тоже. Такая жадюга растет. А чайка в тот же момент вместе с мамой кушает комбикорм и этот ячмень из миски. Вот такое у нас распределение. Да я сдаю. Не, не дает. Толкается еще. Так, смотрите-ка, у нас прошло уже практически две недели. Да, две недели прошло. С момента окота, окоза. С тех пор козу я поддаиваю три раза в день. То есть в 7-8 утра, в 2-3 дня и в 10-11 вечера. Получается, вот в последнее время, получается, в сутки уже где-то после, мне остается после козлят, где-то литра около, в сутки, наверное, около 2 литров. То есть, считайте, сегодня утром я полную литровую банку сдаю. Сейчас где-то около стакана будет. Вот. Ну ладно, ладно, оставлю. Ну да, я хоть ее растормошу. Вот. Все, кушайте. Вот так вот, что хочу сказать, я не отказываюсь, значит, по кормлению козы, я ее кормлю 3 раза в день, как и додаиваю, я не отказываюсь от ячменя, который она всю жизнь ела, и на сухостое тоже, но просто к этому ячменю я утром и вечером даю на одну часть ячменя 2 части комбикорма специального козьего, а днем один к одному даю, одну часть ячменя, одну часть козьего комбикорма. И при этом, ну как вы в предыдущем видео видели, я снял видео про какашки козьи. Ну, кстати, это очень актуальная тема, действительно. Причем я считаю, что у любого животного надо всегда смотреть то, что это признак здоровья или нездоровья животного. Вот. Сейчас я вот смотрю, у нас все, слава богу, хорошо. Все нормально. Вот. С какашкой. Вот так примерно. Выпивает в день она где-то порядка литров, наверное, 10-15 воды. Воду я наливаю обычную из скважины. Только ту, которую мы пьем, холодную воду имеется в виду. Просто налил, подогрел без всего. Ни клада, ни соль, ничего. Соль у нее есть отдельно. Вот. Посоветовали мне, надо бы соду, конечно, поставить. Но это же, наверное, в новый сарай, когда буду все делать, я им поставлю все вместе. Вот, примерно так. Нравится видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Удачи. Все, пока-пока. Давай, миски.